Новые
Господи, взывающий мы. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Твоего показалось и видение умножив, ныне же сокровенное Твоя Бога можно уяснилось и сие сущего ангела, и конец свят, разве тебе, Господи, взывающий мы. Yeah.
таинство благообразный посоветник тебе, рожшего совет образует, тебе великолепного творящего я. Твой храм во время страсти, но и так един без состав Божества и плоти Твоей я, в обоих воединеси Сын, Слово Божие, Бог и человек. Причастился еси плоти, аще бо и разорися твой храм во время страсти, но и так един без состав божества, и плоти твоей я во обоих воединеси Сын, Слово Божие, Бог и человек. Но не Богу убийственно быстри грешение Адамово, аще бо и пострадат твоя плоть и перстное существо, но Божество бесстрастно прибысь, тленное же твое на нетление приложилось, и нетленные жизни показалось, и источник воскресенье. Ада, но не вечную над родом человеческим ты поположся, во гробе державне, живоначальную дланью смерти ключи разверглись и проповедовались и от века там о спящем избавление неложное бы в спасе мертвым первенец. Твой образ, Господь.
предполагается, яко смертный и бессмертный, жены же придуша помазать Его миром, плачущая, горькая, вопиющая, сия суббота есть преблагословенная, в ниже Христос уснул, воскреснет предневена, содержайся на крест, вознесеся, и рыдает вся тварь, того видящий наго, висяща на древе, солнце лучи сокры, звезды отложишь свет, земля же со многим страхом поколебайся, и море побеже, и камни распадейся, гроби же мнозят верзошися, и телеса восташа святых мужей, а днизу стенет, иудеи советуют и оклеветать и Христово воскресенье, жены же взываются, а суббота есть преблагословенная, в ней же Христос уснул, воскреснет предневенно.